Щороку 22 березня Свята Православна Церква вшановує пам'ять 40 мучеників, що були замучені в Севастійському озері. Це свято є одним з найбільш шанованих православними християнами свят, адже утверджує і показує значення істинної незламної віри та величезної жертовності на славу Господа. Про життя та подвиг 40 святих мучеників Севастійських розповів помічник настоятеля Балтського Свято-Успенського кафедрального собору отець Олександр. 22 марта Свята Православна Церква празднить Великий Собиця, День пам'яті святих угодників Божих, 40 мучеников Севастійських, которые приняли страдания во имя Господа нашего Иисуса Христа. Когда мы откроем первые страницы на истории Православной Церкви, Церкви Христовой, мы увидим с вами, что первый век христианства – это век, когда миру явилось и Церкви Христовой очень много святых мучеников, которые пострадали за имя Христова. И только в 313 году великий император Константин Великий издает Миланский индикт, благодаря которому каждый христианин мог вольно исповедовать свою веру. Но, к сожалению, великому в некоторых провинциях, как это было с мучениками севастийскими, оставались те, которые держали веру языческую и были гонителями христиан. Таким образом, в городе Севастии был некий воевода по имени Ариколай, который имел под собою воинов, и он приказал им, чтобы они все поклонились идолам. Среди этих всех воинов было 40 человек, веровавшего в Господа нашего Иисуса Христа, и отказались принести жертву идолам, говоря, что мы являемся христианами и поклоняемся только Отцу и Сыну и Святому Духу. И естественно, что было негодование самого воеводы, который приказал, и он увещевал их, угрожая им о том, что если они не принесут жертву идолам, они будут преданы страшным мучениям, позорным мучениям. Но святые мученики оставались верным Христу. Тогда он приказал, чтобы их бросить в темницу, где они на протяжении целой ночи воспевали Господу псалмы, воспевали, благодарили Бога за Его великие милостыни. И ночью был голос Божий, что претерпевший до конца, той спасен будет. Проходит немало времени, в город, где были святые мученики, приезжает некий сановник по имени Лисий, и он узнает, что 40 воинов отказываются сделать то, что не полагается христианам, и они решают их побить камнями. И когда они побивают камнями, то случается, Господь показывает чудо. И ни один камень не упал ни на одного святого угодника Божьего. Тогда их снова закрыли в темницу, где они снова на протяжении целой ночи воспевали Господу молитвы. И снова Господь услышал их молитвы и сказал им, что, укрепляя их, что только тот, кто терпит до конца, только тот, кто будет со мной, будет иметь жизнь вечную. И на следующий день мучители придумали следующее мучение. Был сильный мороз, было очень холодно, был пронизывающий ветер. И вот они связали всех этих 40 воинов и привели их к озеру, озеро, которое было недалеко от города Севастии, и приказали им раздеться и ввели их в холодную воду. На берегу озера они растопили баню. И когда растопили баню, было сказано, что если вы отрекаетесь от Христа, вы можете выйти из этого ледяного озера, пойти погреться, и вы будете живы. Но святые мученики воспевали у Господа, они пели псалмы, они воспевали и просили, чтобы Господь дал им терпение. Они веровали словам Господа нашего Иисуса Христа, который явился еще им в темнице, что тот, кто терпит до конца, будет иметь спасение своей души. Те воины, которые стерегли этих воинов, чтобы они не вышли с холодной воды, они находились на берегу. И в этот момент уже было где-то около 3 часов ночи, и один из воинов, он не выдержал мучения, он побежал к теплой бане, и когда он подбежал к теплой бане, он умер. И в это время один из воинов, который стерег мучеников, он увидел в 3 часа ночи такую великую милость Божию. Он увидел на небе сияние, подобно того, это сияние было солнечному, и по небу плыли, подобно Духу Святому, 39 венцов. И когда он увидел это великое чудо, он разбудил своих товарищей и сказал: «Я тоже являюсь христианином». И вошел вместе с ними и сказал, что «Я верую, Господи, Тебе,
верует тому Богу, которого веруют эти воины, прими меня вместе с ними. Было уже утро, воины были уже изнеможенные, 40 мучеников. И тут пришли те, которые предавали их страшному мучению, они увидели, что они еще живы, и приказали перебить им колени, предавая снова их жестокому мучению. После этого святые мученики предали свой дух Господу, но и на этом мученики не остановились. Они знали, что в первые века христианства все, кто принимал мучения во имя Господа нашего Иисуса Христа, эти мощи святых угодников Божьих, то есть их тела, они особо почитались. Это почтение было с первых веков христианства, и мы знаем, что даже первые литургии совершались на мощах святых угодников Божьих. Это вместо престолия. И сейчас мы знаем, что когда освящается храм или совершается божественная литургия, то есть такая святыня, как Антиминс, в которую вшивают частицу святых мучеников, вспоминая то, что было в древней церкви, что на мощах святых мучеников совершалась божественная литургия. И вот мучители решили сжечь полностью 40 мучеников, чтобы не было поклонения и почтения этих святых. Они так и сделали, а кости высыпали в море. И когда случилось это, 40 мучеников явились одному из епископов этого города и сказали, чтобы были изъяты и мощи из воды. Ну, естественно, как же можно изъять, когда это было бушующее озеро. И тогда увидели, что ночью косточки сияли подобно солнышку. И все были собраны косточки для поклонения, для того, чтобы Господь показал великое чудо, что Господь прославит тех, кто прославляет Его здесь, на земле. Таким образом приняли мучение 40 мучеников в Севастийском городе, пострадавших за Господа нашего Иисуса Христа. Мучение – это великий подвиг. Подвиг, о котором сказал Господь наш Иисус Христос и все своим ученикам. Он говорил, что «меня гнали, и вас будут гнать, меня распинали, и вас будут распинать». И каждый христианин знает, что путь в Царство Небесное лежит, как учат святые отцы, только через крест. Сам Господь через крест воскрес, открыл нам врата Царства Небесное. Все ученики Господа нашего Иисуса Христа приняли мучение во имя Спасителя нашего. Так и его последователи, святые угодники Божии, держали веру Христову, не отрекались от Спасителя мира, но приняли мучения и ныне предстоят престолу Божию и молятся о нас грешных. И Церковь Божия, которая никогда не забывает о своих верных чадах, она всегда почитает их. Мы временно прославляем Бога, а нас Господь прославляет вечно. Если человек достойно нес свой жизненный крест, и особенно тот крест, который называется крестом мучения. Святые мученики особо почитаются молитвенно, потому что в этот день все православные христиане стараются прийти в храм Божий, вместе помолиться ко Господу, Пречистой Божией Матери, и взывая к 40 мученикам, попросить, чтобы они помолились о нас, грешных. Помолились, чтобы мы имели такую крепкую веру, как имели эти святые угодники Божии. Помолились, чтобы мы имели такое терпение, потому что терпения часто в жизни нам не хватает. Мы часто ропщим, грешим, и нам не хватает такого элементарного, того терпения, которое имели эти молодые, совершенно юные воины, не отрекаясь от Христа, они пострадали за Него. Мы просим, чтобы Господь дал нам такую крепкую любовь, потому что очень важно в жизни иметь любовь. Любовь к Богу, которая является самым главным источником, самым главной благодатью, самым главным сокровищем в жизни каждого православного христианина. И пример тому снова являются эти 40 мучеников, которые так возлюбили Господа, что невзирая на свою молодость, невзирая на то, что по нашим мирским измерениям молодые люди еще должны жить, еще радоваться, еще должны что-то брать от этой жизни, а они все отдали, положили на алтарь ко Господу самое драгоценное, что есть у человека – это жизнь. Но они не забывали, что они временно здесь, а Господь им дает вечное. Сбывается то, о чем часто мы воспеваем, когда мы молимся о наших сродниках почивших. Мы молимся, чтобы была вечная память. И вот когда люди истинно служат Богу и вот отдают жизнь свою за Господа, тогда действительно над них вечная память.
Церковь никогда и Господь не забудет их. До скончания века будет у нас молитвы вознестись таким святым подвижникам благочестия, как сорокам мучеников севастийских. И каждый раз, когда мы будем праздновать их, каждый раз, когда мы будем молиться к ним, наша святая обязанность не только их прочитать житие, послушать житие, а самое главное – подражать житию. Подражание – это и заключается в том смысле. Это те, каждый святой, святые угодники Божьи, ныне почитаемые – это те руководители духовные, которые руководствуют человека к Царству Небесному, руководствуют человека к Богу. Они являются указателями. Наша жизнь подобна человеку-путнику, который идет и иногда не знает, куда идти. Если есть указатель, он очень помогает в жизни. Он направляет человеку в то нужный путь, нужное русло, куда нужно направить свои стопы. Да вот каждый святой угодник Божий – это есть тот указатель, потому что они своим собственным примером, своей собственной жизнью показали нам, как человек должен спасти свою грешную душу, чтобы быть с Богом. 22 березня, в День сорокамучеників, вшановують пам'ять святого нашого краю, великого угодника Божого, праведного Феодосія Балтського, який своїм життям та сподвижницькою діяльністю зцілював душі усіх тих, хто був спраглим до Бога і хто прагнув відчути його незгасаючу щиру любов. Праведный батюшка Феодосий является святым угодником Божиим, который родился практически в Балтском районе, это село Корытное. Вся его жизнь была это служение Господу. Он был сам из священнического рода, с самого детства. Отец и мать привили ему любовь к Господу, Божьей Матери и святым угодником Божьим. Это был не очень легкий период времени жизни праведного Феодосия Балтского, потому что в то время была Украина под Польшей, и в этот период верующие тоже терпели какие-то лишения, но батюшка Феодосий, будущий великий угодник Божий, всегда возлагал свои надежды только на Бога. Господь ему дал высочайший талант. Он был очень грамотным, очень образованным человеком. Он же в 13 лет поступает в духовную семинарию, где по окончании духовной семинарии желает свою жизнь связать полностью с Господом. Его жизнь была направлена к тому, чтобы стать монахом. Но Господь, как мы молимся в молитве «Отче наш, да будет воля Твоя, а не моя воля», Господь дал ему особый крест. Он женился, у него был сыночек Николай, и когда он женился, Господь ему дает еще один крест, подобен тому, который, наверное, сегодня празднует и почитает Церковь Божия, мученический крест. Потому что мучение – это не только тогда, когда человека мучают за имя Христова, но мучение – это тогда, когда человек терпит ради Господа, что твой не ропщет, а старается претерпеть, а претерпевший до конца, то и спасен будет. У батюшки умирает отец. Через полгода умирает матушка и умирает ребеночек. В скорости умирает и родная мама. И праведный батюшка не возроптал на свой жизненный крест, а праведный батюшка, наоборот, подобно Иову многострадальному, которого мы знаем из Священного Писания Ветхого Завета, которого было забрано все, но он говорил такие слова: «Бог дал, Бог забрал, да будет благословено за все имя Господне». Святой праведный батюшка всю свою жизнь посвящает на служение Балтскому народу Божьему. Он желает, чтобы народ привился ко Христу, чтобы каждого направить к источнику жизни, который является Спаситель мира. Он пишет замечательную книгу, которая именуется «Книга о конце света». И эту книгу в скорости читает император Александр I. И когда он ее прочитал, у него появилось очень такое великое желание познакомиться с автором этой книги. И батюшка Феодосий на то время по приказанию императора, он отправляется в Санкт-Петербург, где служит в дворце императора, будучи духовником, наставляя на путь истины. Но, как снова искушение, батюшка Феодосий был оклеветан, его заточили в Каневецкий монастырь в Санкт-Петербурге, и впоследствии снова Господь возвращает своего светильника на родную землю. Балтский народ Божий очень скорбил, что рядом с ними нету такого великого пастыря. Очень было тяжелое расстояние, когда батюшка уезжал в Санкт-Петербург, и очень была великая радость, когда батюшка вернулся в пределы родной земли. Когда вернулся батюшка, у него было самое великое желание устроить монастырь
в городе Балта. И он строит один из первых храмов, который был на том месте, где сейчас находится школа-интернат номер 2. Там был храм великого угодника Божьего, святителя Николая Чудотворца. Батюшка начинает покупать земли, строит странноприимные дома, куда он принимал всех неимущих, всех тех, кто жаждал общения с Богом, кто имел какую-то нужду. Они приходили всем по благословению батюшки, каждый получал и исцеление и помощь. О святом угоднике Божьем Феодосии Балтском знает не только пределы современной Украины, России, где его почитают, но и о нем знает даже Греция, святая гора Афон. Потому что в то время, когда проезжали в город Одессу или в Киев, то путь проходил через город Балт. И многие останавливались в тех местах, где был некогда праведный батюшка Феодосий. И многие, когда останавливались в городе Балт, рассказывали о своем батюшке Феодосии, который имел особую благодать Божию. Он был великим молитвенником, он за все молился Богу, он был великим подвижником, потому что вся его жизнь, хотя он не принял монашество во время своей земной жизни, но и вся его жизнь была это монашеский образ жизни, вся его жизнь была это стремление, чтобы и саму соединиться с Богом, и подобно тому быть добрым пастырем, который бы привел бы свою паству к Господу нашему. Во время его земной жизни не случилось такого, что его богадельня, которую он устроил, имела статус бы монастыря. Это уже произошло попозже, после праведной кончины праведного батюшки Феодосия. Кончина, смерть батюшки Феодосия была действительно великой и праведной. Так праведный батюшка Феодосий, он почувствовал, что скоро он отойдет ко Господу. И в день памяти всего, в памяти 40 мучеников Севастийских, он позвал священнослужителей окружающих сел, причастился тело и крови Господа нашего Иисуса Христа, принял святое соборование, благословил своих духовных чад, попросил у всех прощения, помолился за всех, и через полчасика после принятия святого причащения он отошел к Господу. Вся жизнь батюшки – это было мучение душевное, потому что мы, как каждый человек, понимает, как тяжело, когда мы теряем родного человека, как тяжело, когда мы, самое страшное, теряем своих детей. И батюшка Феодосий это все пережил, но никогда не показывал это народу Божьему. Он всегда молился усердно и всегда взывал ко Господу. Мы знаем, что мощи, тела и матушки, и сына батюшки Феодосия, они почивают в Никольском храме до этого времени, где каждый раз в этом храме возносится упокоение их душ, молитвочка. Батюшка Феодосий пролежал не один день в храме, и народ Божий огромным потоком приходил к батюшке Феодосию, к его гробу, молясь, чтобы Господь его душечку упокоил, и прося, зная, что он великий подвижник благочестия, чтобы и Господь дал, чтобы он, предстоя престолу Божию, помолился о нас. Мы знаем дальше, что был погребен батюшка Феодосий. Впоследствии мощи батюшка Феодосия были перенесены. Сначала они были перенесены в Никольский храм, они находились там под алтарем. Впоследствии мощи батюшки Феодосия были внесены сюда, в Свято-Успенский кафедральный собор, на поклонение. С мощами батюшки Феодосия было связано великое прославление в лике святых, так как в принципе, было готово прославление уже на 1917-18 год. Но в силу того, что пережило наше государство в 17-18 году, это было отложено. И уже прошло практически немало времени. И вот в наше время мы все являемся живыми свидетелями этого великого дивного чуда, когда прославился в лике святых праведный батюшка Феодосий, когда в наш преславный город Балта приезжал на прославление покойный блаженнейший Владимир, митрополит Киевский вся Украины, когда торжественно под пение тропаря, под пение молитв, мы благодарили Бога, что Господь сподобил нас дожить до этого великого события, прославления святого угодника Божьего. Но как батюшка желал устроить монастырь, слава тебе, Господи, наша Балтская земля красуется ныне Балтским Свято-Покровским Феодосийским монастырем, где ныне подвязаются братья монастыря во главе с наместником монастыря, священно-архимандрита монастыря,
высокопреосвященнейшего Алексия, архиепископа Балтского и Ананьевского, и где они несут свой жизненный подвиг, подвиг перед Богом, молясь о Господу Богу и праведному Феодосию Балтскому за весь балтский народ, за каждого человека. И вот в этот день, особый день прославления и день святой Успения Феодосия Балтского, в обители особо отмечается это событие, служится божественная литургия. Очень многие паломники приезжают в монастырь, чтобы поклониться и помолиться праведному Феодосию Балтскому. С именем этого святопогодника Божьего до этого времени связаны многие чудеса, которые совершаются. Многие люди, кто приходит к нему, просят, молятся, но с верой крепкой, получают от, по молитвам этого святого многие исцеления, как души и тела, утешение, как во время жизни батюшка Феодосий всех утешал, всем помогал, так после своей кончины, после того, как Господь ему дал великую благодать молиться о нас, грешных, он не перестает заботиться о Балтской земле. Поэтому для нас это особое событие, особое торжество в этот день праздновать два таких великих события, почитать святых древней церкви, первых веков христианства, и как бы преемником этой древней церкви являются современники наши, святые угодники, как праведный батюшка Феодосий, молитвенник о нашей Балтской земле. Дай Господи, чтобы мы пришли в этот день в святую обитель вместе с отцом архимандритом Андроником, вместе с братью монастыря, со всеми верующим народом Божьим, помолились о Господу, помолились о батюшке Феодосии, чтобы он благословил нашу землю и особенно наш Балтский край, чтобы всегда мы были под его молитвенным покровом и под божественным благодатью его святыми молитвами. Хочу в этот день сердечно поздравить всех жителей города Балта и всех, кто нас смотрит с этим великим благодатным праздником святых мучеников Севастийских, Дня памяти праведного Феодосия Балтского, молитвенно пожелать всем, дабы Господь сохранил нас своей благодатью и своим человеколюбием, чтобы мы стремились быть святыми, потому что наша жизнь – это стремление к Богу. А чтобы быть с Богом, нужно стараться жить, как жили эти святые подвижники благочестия. И чтобы вся наша жизнь была направлена только к Творцу, Создателю нашему. Если Бог будет на первом месте, то все в нашей жизни будет на своем месте. Храни вас Господь молитвами святых угодников Божьих. С праздником!